ханымдар мен мырзалар. Эфирде түнгі студия. Қарсы алыңыздар. Қайрат Әділгерей. Кеш жарық достар, кеш жарық ұлттық арнаның көрермендері. Эфирде түнгі студия бағдарламасы. Менің әріптестерім Диана Қырықбай, Абат Бен. Іске кірісейік. Сәлем, Диана, қалайсың? Жақсысың ба? Сәлем, Қайрат, рахмет. Жақсы, өзің қалай? Күшті. Бір сұрақ қояйыншы саған? Сұрай ғой. Өзіңнің ішкі энергияңды дұрыс бағытта жұмсап жүрмін деп ойлайсың ба? Ойбай, шикам, психология отырып алыпсың ғой, кімнің тренингіне барып жүрсің? Ешкімнің, керісінше өзім тренинг жүргіземін ба деген ойым бар. Қойшы, не қай тақырыптан сен тренинг жүргізесің? Бояну жағынан ба, әлде гримеркада билеу жағынан үйретесің ба? Жоқ, бір-екі кітап оқып алам. Инстаграмда жабық аккаунт ашам. 5000 теңгеден тіркейм. Сөйтіп, адам қыз баласы деген ішкі энергиясын ашу керек деп тұрып айта берем. Сен айтыскер Айнұр апаңнан үйреніп алыпсың ғой кәдімгідей. Жоқ, қалжың айтып жатырмын ғой. Десе де, Қайрат, білесің бе, осы күйбең тіршілік, отбасы, жұмыс деп жүріп, ішкі жан дүниемізді ұмытып кететін сияқтымыз. Мысалы, бала кезінен армандап жүрген бір ісің бар ма сенің? Мысалы, өз басым кішкентай кезімде сурет салғанды ұнататын едім. Соны енді іске асыру үшін арнайы арт-студияға барып жүрмін. Қойшы, енді өзіңнің бетіңе сурет салғаның азда, енді портрет салайын дедім бе? Саған ештеңе жетпей ме сонда? Әрине, қалжың, бірақ енді бұл салада кәдімгідей кәсібилігіңнің өскені көрініп тұр, Диана. Рас па, Қайрат, рахмет. Менің портретімді көрген сияқтысың ғой, иә? Жоқ, жоқ. Осы маусым басталған кезде сен қасыңды дұрыс салмайтынсың. Мына қасыңды жұқа, мына қасыңды қалың қылып, болмаса ұзын қылып жіберетін. Бұл жолы сен кәдімгідей барлығын әдемі қылып салатын болыпсың. Мен саған жан тәніммен бір қызықты тақырып айтып отырсам, сен мен кекетіп отырсың. Енді сен де бала кезінде бір нәрсені армандаған шығарсың, футболист болды мысалы. Жоқ, шынымды айтсам, Диана, мен өзім бір рэп айтқанды жақсы көремін. Солай ма? Бір ішімде бір бит толып тұрған сияқты, андай бит, музыкалық бит. Иә. Оны ұзаққа қалдырмай, Абат Бендтің семелдеуімен қазір бір рэп оқып жүрсең. Ол енді қалай болар екен, шынымды айтсам, ойланатын зат екен. Бірақ, Диана, былай істейікші, мен қазір көрерменнің алдында андай рэп оқып ұятқа қалмай ақ қояйын. Өйткені бүгінгі студиямыздың қонағы рэп ғылымдарының докторы. Арнайы ат терлетіп Мәскеуден біздің бағдарламамызға келіп отыр. ТМД елдеріне танымал музыкант, рэпер Баста. Құрмет қошеметтеріңізбен қарсы аламыз. Қошеметтеріңіз, бүгінгі студиямыздың қонағы ТМД елдеріне танымал Ресей Федерация эстрадасының жарық жұлдызы Баста Мырза. Хош келдіңіз. Добрый вечер. Қалайсыз, көңіл күйіңіз қалай? Мое настроение отличное, я рад быть сегодня здесь и быть полезным вам. Тамаша. Негізі, Баста деп жатады енді, бірақ шын атыңыз Василий Мырза. Мен Василий деп сізге. Бізде қазақтарда сыйлы қонақтарды, мысалы, Василий болса, атыңыз Вәке дейміз. Бәсеке немесе. Болмаса, Бәке, Васеке. Василий Мырза, қош келдіңіз. Сіз Қазақстанға... Как вам удобно? Можно просто Васька, ничего страшного. Василий Мырза дей салай. Сол дұрыс шығар. Василий Мырза, Қазақстанға жиі келіп тұрасыз. Концертпен келіп тұрасыз ба? Әлде белгілі бір іс-шарамен келіп тұрасыз ба? Конечно, с концертами. Тағы да қандай-қандай қалаларда болдыңыз? Қай қалаларда жоспарда қай қалаларға бару бар жоспарыңыз? Города Казахстана? Қазақстан болсын, жалпы ТМД болсын. Или по всему миру вообще. Или межпланетном. Юпитер. Я просто знаю, что я выступаю в галактике. Да. Многие говорят, что у меня просто немного свистит. Но, слушайте, кого не свистит. Вот. А так
нахожусь постоянно в путешествиях, постоянно в гастролях, ага. И благодарен тому, что, благодарен своей профессии за то, что могу быть в разных городах, в разных странах и встречаться с интересными людьми. Спасибо вам, что я сегодня здесь. Жалпы барлығына сәттілік тілейміз. Енді қазақстандық тыңдармандарыңыз сізді әдетте қалай қарсы алып жатады? Қазақстандық сіздің көрермендеріңіз. Я вам честно скажу, я сегодня, въехав в гостиницу, я был очень сильно растроган, потому что ребята в номере, я смотрю, висят какие-то фотографии, да, на такой длинной веревке, и там все мои фото моей семьи, моих детей, и такая надпись, мы хотим, чтобы... Да. Я говорю, что это фанаттарыңыз. Нет, это работники гостиницы просто взяли, написали, мы хотим, чтобы вы чувствовали себя у нас как дома. За как что дома. Вам большое спасибо, это просто удивительно. Там я сфотографировал, еще не успел выложить, но там все, с моего детства, я в детском садике. Ну, видно, что специально люди потратили время на то, чтобы создать такую уютную атмосферу. Спасибо вам большое. Хай куда вы бежат из Астананы? Я не скажу. Жарнама болып кетеді ғой енді. Тамаша, енді мен сіздің творчествоңызды өте қатты жақсы көремін, бәке. Қош келдіңіз дейміз тағы да. Осы көрген жерде қойғым келетін сұрағы, неге баста? Ну, потому что. Потому что звучит классно, да? Баста. Вы понимаете, в чем дело? В этом году есть... Вот если нужна какая-то история, могу быстро придумать. Я такой врунишка, вот могу сочинять истории на ходу. А вообще я занимаюсь музыкой. Вот в этом году моей самой первой песни, моя игра, 20 лет исполняется. То есть я уже ветеран. Да, Маша? Спасибо! И зазвенел орденами и медалями, да, как говорится, вот. А вообще баста, ну, мне как-то понравилось, это так, есть такой термин в игре, это такая точка, да, поставленная точка. Я из Ростова, просто точка, это важно, и в разговоре, и во всем, вот, как бы. Мне как бы понравилось. А казахша баста бізде начинай. Начинай. Вы представляете, как? Да. Я в одном лице и начинаю, и заканчиваю сам. Представляете, какой вообще красавчик просто. Енді... Бақта-бақта қой, а? Мен сіздің музыка... Видите, на себя как я, да, на себя? Похвалил себя, молодец. Но при этом я очень скромный человек, так пусть. Ну да. Хочется быстрее закончить, снять кепку, а то там корона просто уже давит. Я прижимаю, как могу. Енді, шын мәнісінде, сіздің өмірбаяныңызды... қарап келген кезде, сізбен танысқан кезде, музыка мектебін, оның ішінде аккордеон сыныбы бойынша бітірдіңіз. Просматриваю мою биографию, вы говорите, как мой следователь просто. Неліктен аккордеон? Мен шынымды айтам, бұл жаңалықты қабылдай алмадым. Баста және аккордеон, қалай ол екі ортада, не байланыстыруы мүмкін? Сәйкесі жоқ дейсің ғой. А баста с чем? Ну, может, силофон, может, или... На самом деле, аккордеон, я помимо того, что аккордеонист, я еще и пианист, поэтому как бы два инструмента, еще на дирижера учился, ну, бабушка заставила. Вот, и я очень благодарен тому, что отдал много лет своей жизни этому замечательному мини-карликовому органу. А, тамаша. Енді, шынменде экранға бір сәт назар аударайықшы, жалпы аккордеонда қандай шебер ойнайды, өзінің мықты маман екенін. Бір сәт назар аударайық экранға. Это больше, чем сердце, это больше, чем весь мир, это больше, чем вечность, любовь без памяти. А такое, такая одежда, это какие, больше, такой чем небо, костюм, да? Шанель на мне. Трюм из басашайки, как Да, я там был моложе и, конечно, худее. Вы специально на болевое, да? Спасибо большое. Жаңа өнерге апам алып келді деп жатырсыз ғой. Десе де ең алғаш рет сахнаға шыққан кезіңіз есіңізде ме? Жалпы, конечно, я помню свой первый выход на сцену. Я чуть не умер. Жасыңыз нешеде еді? В принципе, я был взрослый человек, да, очень осознанный, мне было 7 лет. Я в то время еще ходил. Да, вот, на руках, да, у бабушки. Ну так, вот, и я вышел, это была музыкальная школа, экзамен за первый год, и я играл стандартную программу, этюд, какое-то, что-то, мне очень было страшно. Я смотрел на свою учительницу, на своего дедулю, на свою бабушку, и говорил себе внутри, это точно не твои друзья. Это люди, которые не желают тебе счастья точно. И я
просто мокрый, вспотевший, просто вышел. Получил пятерку, правда. Тамаша. Ну, как я могу учиться плохо, старик, конечно. Нәтиже. Енді басында айтып жатсыз, мені әжем алып келді деп. Мұнда бірден-бір бастаның ең алғашқы продюсері әжесі деп айтсақ, артық болмайтын сияқты. Сол үшін әжемізге рахмет айттым. Бабушка мой первый продюсер, мой первый инвестор. Да. Спасибо, бабушка моя. Я еще больше быстро скажу, извините, меня поэтому больше никуда не приглашают, второй раз не приглашают на программу. Вот, у меня еще два брата есть, у меня есть старший родной брат и младший брат двоюродный. И вот мы все были одного года, и старший брат погодка, и бабушка сказала, почему бы вам всем не научиться играть на аккордеонах? Mm-hmm. Вот. И эта идея нам, конечно, очень понравилась. Mm-hmm. Бабулина, потому что у бабули нашей было много таких гениальных идей. Вот. И купили эти еще два аккордеона. И есть такой, кто занимается музыкой, называется такой отдельный момент в специальности, называется ансамбль. Это когда втроем mm-hmm. играют. Произведение на трех аккордеонах. Ох, сколько было крови пролито дома, когда мы втроем репетируем. Представляете, три парня, которым по 9-10 лет, играют на аккордеоне по одной партитуре. И сначала нужно же решить, кто будет главный. Да. Потом нужно решить, кто был неправ. Да? А потом нужно решить, кто будет отвечать за сломанные аккордеоны и за разбитые носы. Вот так как бы... Ну, мы сейчас с улыбкой вспоминаем те годы. Енді, естуімізше, өзіңіздің репертуардағы әндеріңізді, шығармаларыңызды өзіңіз жазасыз көбінде. Шабытты қайдан аласыз? Әлде өзіңіздің ойыңызды өзіңіз ғана жеткізе аласыз? Я с трудом верю в то, что я могу вообще донести какие-то мысли, да, в своих песнях. Ну, то, что получается, я очень ревнивый автор и хочу писать сам себе песни. Мне говорят, можно мы тебе напишем что-нибудь? Я говорю, нет, спасибо. И у меня трясутся руки, да. Спасибо, не надо, я сам себе все сделаю. Это плохо на самом деле, да, но мне все равно. Ең алғаш жазған әніңіз есіңізде ме? Да, я могу ее сыграть вам на синтезаторе. Көрекші, көрекші, рұқсат болса. Баста мырза, өзінің ең алғашқы өзінің шығарған туындысын бізге күй сандық арқылы тартып бермекші. Василий мырза, неше жасыңызда шыққан ән еді бұл? Мне было, это был 17 век, как сейчас помню. Не, на самом деле, первая песня, которую я написал на синтезаторе, была «Моя игра». И я ее, вот у меня был чуть меньше синтезатор. Yamaha 61-я PSR такая была. PSR? Ага. Да, мне бабулечка купила, и вот я сел и как бы сыграл. Спасибо большое. Келіңіз, жайғастыңыз, арғарай сұхбатымызды жалғастырайын. Аха, тамаша. Енді қазір Баста мырза, өте жақсы сұхбатымыз өрбіп жатыр. Қазір бір отырма ойын ойнасақ деген бір ұсынысымыз бар. Енді газгөлдер мүшелерін жасырып көреміз қазір. Өзіңіздің газгөлдер мүшелерін суретке біз жасырамыз. Яғни бір детальді көрсетеміз, сол кім екенін сіз табу керексіз. Кейбір көрсетеміз, сіз кім екенін табасыз, сонысымен ойын қызық болады деп ойлаймын. Дайынсыз ба? Супер. Кеттік ал, жалғастырамыз. Бұл кім болуы мүмкін? Ну, конечно, это T-Fest. Тамаша, құрмет қошеметтері. Бұл енді ең қарапайым. Өйткені осындай шаш тек қана осы өнерпазда ғана бар. Аргаре жалга страйк. Нет, это разрыв просто. Я такой, ну, я, понимаете, да, я пожилой человек. И, ну, это, как они это носят все? Жуб за туда чешу. Сыз сурадыңыз ба одан? Калай басын, кышмай ма? Максимум, что я могу такой, усы вот такие. Өсір, бөріп, ба? Кстати, никто дреда усы не носит, нет? Тамаша, келесі. Көзі, кімнің көзі бұл? А, Матранг. Матранг. Правильно? Дәл таптыңыз ба? Ойланасыз ба? Кішені?
Матран, міне, дәл таптыңыз. Құрмет қошеметтеріңіз. Өзінің шәкірттерін шынымен де айнытпай таниды екен. Келесі. Отгадывать не трудно, потому что там еще подписано специально для меня. Келесі. Ну, это моя рука, конечно. Моя рука, конечно, правая. Вот родинка, вот я вижу. Это четыре сосиски, конечно, это блюдо. Ну, конечно, эти сосиски. Баста өзінің қолын таниды, қандай тамаша. Я быстро, можно расскажу историю про свою руку, быстро? Ага, быстро. А я расскажу, почему я знаю свою руку. Не потому, что я ее каждое утро говорю, слава богу, что здесь. Вот, а потому что мы снимали с Полиной Гагариной клип на песню «Голос». И там такая, ну, кто не видел, посмотрите там по сюжету, они встречаются в тюрьме и друг другу через стекло тянут руку. Я говорю, Полиночка, пожалуйста, можно я свою руку не буду? Но это будет четыре крадущиеся сарделечки, пожалуйста, я умоляю, можно? Она говорит, так, ну, очень добрый, очень хороший человек, она говорит, да нет, нет, ну все будет хорошо. Я говорю, ну смотри, я-то знаю, что сейчас будет. Сначала подтянули, потом прогнали. И кадр, и ползет моя рука, и она такая поворачивается на режиссера, говорит, может, дублера? Вот. Поэтому свои фирменные вот, руки я, конечно, знаю. Да. Тамаша, құрмет қошеметтеріңіз, жалғастырып, ары қарай. Это скрип, конечно. Неге скрип деп ойлайсыз? Құлағында тату бар, ну, просто уголок, не из-за татуировки внизу, нет. Я вижу вот эту слуховую раковину, она мне знакома. Яғни, еркектің құлағы кен. Это называется павлодарская ракушка. Ал, дұрыс, дұрыс нұсқасын керек. Тамаша, құрмет қошеметтеріңіз. Скрип танит. Ең соңғысы. Кімнің сақалы? А вот это вот такой элемент есть у многих. А, луковерос, нет? Да? Сізге де ұқсайды екен. Қандай нұсқаларыңыз бар тағы да? Джакалип. Джакалип. Сосын. А можно перевернуть? Лай, да? Ну, я так аккуратно никогда не носил, не наносил клеем волосы на лицо, поэтому... Ну... По-моему, луковерос, нет? Луковерос. Дұрыс нұсқасын көрейік. Тамаша, құрмет қошеметтеріңіз, луковерос. Біздің жерлесіміз, мақтанышымыз өте жақсы ойын болды. Енді біз, сіз барлық өзіңіздің былай әріптестеріңізді жақсы таниды екенсіз, етене таниды екенсіз. Жалпы осы луковерос туралы айтып берсеңіз, бұл сізге қалай келді, біздің жерлесіміз қалай жолықтырдыңыздар? Неге осы кісінің өнеріне сіз баға беріп жатсыз? Естественно, естественно, мы встретились благодаря Скриптониту. Скриптонит сказал, братан, у нас есть очень... Братишка меня проклянет. Вот. Он сказал, он говорит, брат, у нас есть... Спасибо большое. У нас есть, он говорит, у нас в Казахстане есть очень крутой человек. Он, я могу сказать просто два слова про Адиля, да, про то, какой это большой музыкант. У него, кстати, вышел, у его группы Скриптонит вышел очень интересный EP. Послушайте, пожалуйста, правда, большой музыкант. И я благодарен вообще судьбе за то, что в моей жизни появился Адиль. Помимо того, что он интересный человек, очень настоящий человек, который соответствует своей музыке, он еще и громадный музыкант. И он сказал, у нас есть вот такой человек, Луковерос, давайте его пригласим, послушайте, что он делает. Вот мы сняли, записали, свели альбом, сняли два клипа, и вот мы виделись, вчера он опять приходил, украл у меня гитару, я говорю, ее можно брать просто так, он говорит, я с Чимкента, просто так взять не могу. Вот, и он пишет очень много материала. Вы понимаете, в чем дело, что мне помимо музыки очень важно, что за люди ее поют и читают и делают. Мне очень нравится, насколько человек соответствует тому образу, который он транслирует к своему слушателю. Я счастлив, что вот Луковерос с нами, это очень круто. Басқа газгольдерлердің мүшелерін қалай таңдайсыз? Әрбір қатысушының бойында қандай қасиет болу керек? Критерийлер?
У нас есть шаманский ритуал. Называется коробка с карандашами. Трясем, потом выбрасываем. И, так сказать, обязательно это складывается в какую-то... На самом деле, это именно про вкус, про то, что нравится. Да? Вот. Когда я первый раз увидел скрипа, много-много лет назад, я сразу понял, что мы должны выезжать за ним и похищать его из Павлодара, вот, брать в заложники, а там уж разберемся, что и произошло. Вот так же и с Лукаверос, это именно понятная музыка, с которой мы можем работать. Очень, на самом деле, очень много талантливых, хороших музыкантов, но мы, вот, как на проекте песни, да, но мы не со всеми можем сотрудничать, потому что не до конца понимаем, чем можем быть полезны. Қазіргі таңда ТНТ арнасында песня жобасының тәлімгерсіз. Былтырғы тартысты кезеңде, былтырғы маусымда біздің жерлесіміз Назима жеңіске жеткен болатын. Биылғы песня музыкалық жобасында кімдер оза шауып келе жатыр? Ішінен кімді көріп жүрсіз? Жеңіске кім жетеді деп ойлайсыз? Өзіңіз. Өзің қатты жақсы көреді екен. Өзіңіз қатты жақсы көреді, иә. Шаг за шагом мы продвигаемся к тому, что империя моего злейшего заката. Здесь я могу в этой стране без страха для своей жизни говорить об этом. Моего злейшего врага Тимати, империя его находится сейчас под ударом. И скоро, и скоро мы станцуем на руинах его империи. Тамаша. Негізінде? Енді. Қалай? Кез келген мықты-мықты музыкант болсын, мысалы, мықты маман болсын, оның Моцарт пен Сальери сияқты. Қарсыластары болады ғой. Бір жағынан дұрыс сияқты солды болғаны. Мысалы, сіз қазір Тимати Мәскеуде гамбургермен жайлап атыр да, жаулап атыр. Мен сізге бір күшті тамақ ұсынғым келеді, қазақтың тамағы бауырсақ. Ішіне қуырдақ салсаңыз, бауырдақ деп ашып алсаңыз, өзіңіздің брендіңіз болады. Басты бауырдақ. Болды. Қазір. Вот это бауырсақ. Попробуйте. Болады-болады. Болады-болады. Болады, жей беріңіз, жей беріңіз. Құрмет қошеметтеріңіз, бауырсақты жей берсін. Бұл біздің тағамымыз, бауырсақ. Дәм көріңіз, попробуйте. Дәмін көріңіз. Родной, слишком долго говорим. Дәмін көріңіз. Негізі. Ай, бәрекелді, тамаша, е? Сандай тәтті. Осының ішіне қуырдақ деген ет бар, соны салып, сатсаңыз, меніңше ойлайым, үлкен жақсы идея. Бір жағынан, неге бұл идеяны сізге айтып отырмын, неге өзім жасамайым, е, Москваға бар. Байып кетіп, сосын, өзін шақырып отсам, өзімнің қойларыма. Видите, как я откусил, как сердце. Видите? Менің жалпы идеям ұсынсын қалай сізге. Очень вкусно. С учетом того, что это первая еда, которую я здесь ем. А, сулайма. Да. Бірінші тамағыңыз, да? Үйге шақырайын сізді қонаққа. Шымкентке ма? Қайдан? Жалдаватқан үйіне ма? Үйің жоқ сенің. Тамаша, құрмет қошеметтеріңіз. Спасибо. Енді, шынымен де, өте жақсы тартысты әдемі сұхбат болды. Кешіріңіз. Мне нравится у вас какая-то тема все время подводится к еде. Очень круто. Мы любим кушать беспрерывно. Как видно по мне, я тоже, да, не против. День по 7 раз до сих. Причем это мы на диете все. Енді, Василий Мырза, қызық сұхбат болды. Сізге көп-көп рахмет айтқымыз келеді. Қазақстанның көрермендерінің атынан, сіздің творчествоңызды жақсы көретін, сіздердің тыңдармандарыңыздың атынан бүгінгі студиямызға уақыт бөліп келгеніңіз үшін көп-көп рахмет. Сізге тек қана творчествалық табыс, алдағы гастрольдік сапарларыңыз бәрі сәтті өтсін. Тек қана биіктен көріне беріңіз дегіміз келеді. Тамаша. Енді сіз музыка мектебін оққаннан кейін, оның ішінде аккордеон аспабын оққаннан кейін, біз сізге елімізге келгеннен кейін түнгі студия бағдарламасының аттан сыйапатымызды тапсырғымыз келеді. Бұл біздің қазақтың ұлттық аспабы қара домбырасын сізге. Бұл яғни біздің домбыра. Щипков, да, инструмент? Чем-то играть или пальцем надо? Жоку, саусакпен. Ну-ка, дайте. Где ваши когти? Классно. Вот именно вот такие должны быть когти. Да. Ногти, когти, да, платы. Хорошо.
тамаша. Бұйыртса, бастадан әдемі трек күтеміз. Домбырамен ойналған. Я сделаю. Жасаймыз, бұйыртса. Я сделаю. Қане бір көрекші қазір. Так покажите, как я примерно. А кто у нас умеет играть? Кім бар, домбыра да таталады. Көрерменде тағы да естеріңізге сала кетейік. Бүгінгі қонағымыз ТМД елдеріне танымал әнші, музыкант Баста Мырзаға бір құрмет қошеметтеріңіз. Баста Мырза, сізге көп-көп рахмет. Және де Түнгі студия бағдарламасының көрермендеріне әрине өзіңіздің алып келген әдемі әуенді музыкаңыз, әніңіз болса, паш етсеңіз. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше күн жақсы. Сау болыңыздар. Рахмет. Спасибо. 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 Удачи. Спасибо. Делай от руки, мир переверни, небо опроки. В каждом наброске, в каждом черновике, знаешь, учитель продолжается в своем ученике. Всю мою жизнь я иду ко дну, всю мою жизнь я искал любовь, чтобы любить одну. И тебе этого желаю всего сердца искренне. Они сказали, нас поздно спасать и поздно лечить. Плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Знаешь, лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами, таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама, когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Просто меняют местами, таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама. Я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами, таков закон сансары, круговорот людей. Спасибо большое.